Строительство и инженерия 2011 – это важнейшее событие в строительной отрасли республики за последние годы. Мероприятие носит не только экономический характер. Главная цель – приблизить строительную отрасль Абхазии к мировым стандартам. По моему мнению, выставка уже удалась тем, что она вызвала интерес у всех, которых мы пригласили. Все фирмы с удовольствием приехали. И желающих, как я говорил раньше, еще было больше. И дай Бог, чтобы у нас в Абхазии всегда проводились выставки, потому что Абхазия сама цветущий край. И она достойна, чтобы проходились достойные, красивые выставки. Эта строительная выставка – своеобразный полигон новинок и идей. Посетителям предоставлена возможность выбора современных строительных материалов, изделий, конструкции, оборудования для производства стройматериалов. Одним словом, здесь очень много интересных проектов и предложений. Заинтересовало и производителей детских площадок, то есть игровых, которые на улице находятся, значит, заинтересовало вот оборудование по монтажу пластиковых труб. Вот, заинтересовали очистные сооружения, то есть такие локальные. То есть есть что посмотреть, есть с кем пообщаться, обменяться, так скажем, данными, координатами, но уже дальше уже применять в наших условиях. Строительная выставка – это шанс для фирмы заявить о себе, представить новую продукцию, узнать о конкурентах больше и расширить круг партнеров. Выставки по строительству показывают, какие фирмы отвечают потребностям рынка и могут своей продукцией привлечь внимание посетителей, то есть потенциальных клиентов. Цель нашей выставки – безусловно, найти партнеров на территории Абхазии. Абхазия поразила нас своей красотой, но также мы заметили отсутствие заведений культурно-массового досуга. Это театры, кинотеатры, концертные залы. Вот. Наша фирма предлагает оборудование для таких заведений, которые выполнены на современном европейском уровне. Основные разделы выставки включают новейшие строительные, отделочные, кровельные и изоляционные материалы, металлоснабжение, металлопрокат, металлоконструкции, проектирование, дизайн, строительство домов и коттеджей. Мы рады представить вам сегодня сухие смеси, вебровитонит и теплоизоляционные фасады. Они представляют вот такого вида. И сегодня очень актуально использовать эти фасады в городе Сухуми, в городе Гагры и по всей стране Абхазии. С каждым годом расширяются возможности строительного рынка. Участники первой международной выставки отмечают, что важен не только количественный рост на строительном рынке, но и качественные изменения. Игнорирование международной строительной выставки может плохо сказаться на имидже компании и на объемах продаж. Приняли решение участвовать в выставке в Абхазии, потому что считаем этот рынок достаточно перспективным для нас. Наша компания представляет на российском рынке компанию JCB, это Великобритания. Это компания, которая производит землеройную, дорожную, строительную технику. А компания Lunmadi также является лидером по продаже этой техники в России и занимает порядка 65% рынка. Здесь выставлена одна из новинок отечественного рынка – усовершенствованный станок для соединения труб. По словам представителей компании-производителя, этот агрегат они планируют подарить коммунальной службе Сухума. Данный станок, который представлен на выставке, диаметром 315 миллиметров, позволяет сваривать трубы от 90 до 315 диаметра. В России мы производители единственные такого оборудования, если говорить о качестве и объеме выпускаемой продукции. В первый день выставки подарков было сделано немало. Так компания «Мультипласт» подарила 200 метров напольного покрытия детским садам республики. Сертификат был вручен министру образования Абхазии Дауру Начкебе. Это материал, который не портится, не гниет. Вот, для использования, значит, различных объектов Министерства образования, вот, детские сады, вот, чтобы детишкам было комфортно ходить по данному материалу. Надеемся на долгосрочное сотрудничество наших республик, то есть нашей организации. Я хочу поблагодарить наших друзей из Республики Татарстан за столь щедрый подарок. Это нам очень надо, особенно детским садам. Я надеюсь, что и впредь это начало нашего, уверен, долгосрочного, к обоюдному удовлетворению сотрудничества в будущем. Большое вам спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. Выставку посетили члены правительства Абхазии. По их словам, проведение подобного мероприятия во время строительного бума в республике очень актуально. И торгово-промышленная палата, и выставочный комитет, все, кто организовал, молодцы.
Это очень хорошее, доброе дело сделали. Видимо, не только в области строительства, и в других отраслях народного хозяйства надо создавать такие выставки. Выставка проходит в течение 3 дней. Для посетителей вход свободный. В рамках выставки планируется проведение презентаций, семинаров и пресс-конференции.